штате Вашингтоне мало снега, поэтому выпал снег прямо сейчас вечером, 9 часов вечера. И сейчас 10 часов вечера, мы решили все-таки не ждать утра, а покататься на снегу. Ну попробуем, как он едет. Ну вроде плохо едет. Плохо едет. Снег очень мягкий, плохо едет. Да? Да. Ну, не получится это дело. Но сам-то красотища. Вот смотрите, как она падает. Кажется, все равно видно очень сильно. Денис строит снеговика. Да? Не знаю, если получится. Что, потихоньку получается? Да, только ломается. Я думаю, это все. Ладно, пройдемся, посмотрим, как мы сейчас возле дома молитвы. Как красотища здесь. Лампы включены. И он освещает вот всю красоту. Вот елочка, а когда мы пойдем внутрь елочки, там же тихо и спокойно. Вокруг елочки жизнь зимняя. Что такое? Где ты? Я тут. Вот такая красота сейчас на улице среди ночи. Ну что, получается? Нет, не думаю. Давай завтра придем утром перед школой. Сейчас пойдем спать, выспаться хорошо, чтобы мы завтра утром встали. Побольше снега будет, сработаем. Договорились? Руки холодные, а или что, горячие? Завтра не будет у нас школы? Не знаю еще. Но мы перед школой встанем, да?